Детский сад «Пяйксики» на протяжении 9 лет участвует в Европейской неделе спорта. 26 сентября на стадионе детского сада был организован спортивный праздник для детей и родителей группы «Либликас», который пользуется особой популярностью. Начинается праздник всегда с торжественного прохождения по стадиону детей и взрослых. Как и перед любыми соревнованиями, очень важно размяться и, конечно, зарядиться хорошим настроением на весь праздник. Поэтому веселая разминка под музыку была как нельзя кстати. Для всех участников учитель движения Нелли Акаманчук подготовила различные эстафеты, конкурсы, музыкальные аттракционы. За музыкальное оформление отвечала Татьяна Маракулина. В рамках Европейской недели спорта у нас ежегодно проводятся развлечения, спортивные развлечения с родителями. И в этом году не исключение. Сегодня в группе «Либликас» у нас проводится такое мероприятие. И очень здорово, что есть возможность не столько посоревноваться, сколько вместе провести время весело, с пользой. Посоревноваться, может быть, действительно в ловкости, в умении. И такое мероприятие у нас было не только в этой группе, было в группе «Пяйкисыкир». И также в этом году у нас очень активно решила поучаствовать в подобном мероприятии группа «Месиласет». С 4-5-летние дети участвовали вместе с родителями в соревнованиях, даже провели забег по стадиону детского сада. Здорово, весело. И завтра у нас также будет развлечение вместе с клубом «Дина», футбольным клубом. Дети поиграют, посоревнуются и проведут интересное время. В этом году дети получили от Олимпийского комитета Эстонии в качестве подарка отражатели. Собралось на стадионе детского сада множество зрителей и болельщиков. Все активно болели за свои команды. Спортивные развлечения были проведены во всех дошкольных группах детского сада. Юные спортсмены все получили отражатели. Детский сад принадлежит к сети оздоровительных учреждений Эстонии. И в течение всего учебного процесса у ребят есть возможность полноценно развиваться, укреплять свое здоровье, знакомиться с разными видами спорта. Все это проходит в увлекательной форме. Мне очень понравился этот праздник. Нам очень было хорошо. Нам этот праздник очень сильно понравился. Нам этот праздник придает очень много веселья. Очень мне все понравилось. Бегали, соревновались. У меня прям сегодня с утра тренировка была, здесь вторая. Очень нам нравится. Нам нравится этот детский сад. Приходите в детский сад этот. Мои дети сюда ходили, теперь мои внуки сюда ходят. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.